Это мероприятие прошло при поддержке сторонников партии «Единая Россия», районной администрации, общественной палаты. Встреча началась с доклада Андрея Ткачука, который рассказал об интерактивной программе «Герои Новороссийска», о методике работы с ней в школах, о применяемых приемах и техническом обеспечении. После вступительной части гостям показали небольшой фрагмент занятия по истории. Это то, что скоро будет проходить в одинцовских школах. С одной стороны, ведем просветительскую работу. С другой стороны, мы легализуем ту работу, еще раз предъявляя ее на суд. С третьей стороны, мы заручаемся поддержкой всех этих организаций, потому что они уже интегрированы в этот процесс. Но вот увидеть все в сборе, как у актеров. Он вроде снимается в этом кино, а увидеть целиком картину не у всех есть возможность. На мероприятии развернули карту Новороссийска. На ней фигурками была нанесена тактическая обстановка. Участники занятия всего за несколько минут постарались разобрать действия сразу двух десантов. В завершении встречи представители Лесногородской школы выразили желание включиться в работу по ведению просветительской деятельности среди молодежи вслед за Барвихинским образовательным учреждением и Одинцовской гимназией номер 13. Эти школы уже имеют подобную практику. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».